Перед приездом нашей съемочной группы этот неугомонный человек пробежал 10 километров. Владимир Савин готовится к полумарафонскому забегу в честь 145-летия Уссурийска. «Быстрее, выше, сильнее» – это не только девиз художника и поэта, но и название его нового проекта. Целью проекта, значит, показать федерации спорта Уссурийска. Графические работы, в которых традиционно силен Владимир, разбавлены стихами и фото с именитыми спортсменами Уссурийска. Название этого проекта скоро совсем ничего не скажет молодежи. Герои социалистического труда. 9 героев, и ни одного уже нет в живых. Информацию о них Владимир собирал по крупицам. Последнюю фотографию вот, комбайнера Ёлхина, значит, прошел очень много километров пешком. Это фотографию, которая единственная висела в клубе в сельском села Степного на кнопке. В преддверии юбилея города художник еще раз обратился к теме Уссурийска. Вот городской стадион сразу после реставрации, где, кстати, и прошла наша дружеская встреча с художником. Запечатленный вокзал и другие интересные городские объекты. Все эти проекты задуманы очень интересно, в том смысле, что они в себе сочетают и фотографии, и информацию, и его видение, его творчество, и художественное представление о том, что он видит. Конечно, не все точно, но образ, который он создает в этих своих альбомах, очень ценен. Проекты представлены пока в одном экземпляре. Пенсии Владимира Савина на большее не хватает. Зато запасы энергии, желаний и идей у этого человека неисчерпаемы. Вера Казнец, Александр Анисимов, Телемикс.